Мы использовали зонную защиту и по схеме 4-1, и по схеме 3-2. Я делал все возможное, чтобы его остановить. Ступая на паркет, ты знаешь, Коби сделает что-нибудь необычное. Знаешь, что он наберет кучу очков, но... Ты не понимаешь, как именно он это сделает. Это был воскресный вечер. Мы играли в Лос-Анджелесе. Даже когда мы выходили против крутых команд и классных игроков, я никогда не нервничал. Почему? Я знал, мои ребята всегда настраиваются на победу. Потому что если нет, то нас просто никто не поймет. Мы играли отвратительно. Та игра была просто ужасной. О, ты снова его пропустил, черт. Ну, что ты творишь? Я увидел. Достаточно. Мне необходим Коби Брайант. Мы вели в счете, а затем что-то пошло не так. В моей голове что-то переключилось. Что это было? Просто отдай ему мяч и не мешай. Недаром его называют «Черная мамба». Коби Брайант, «Черная мамба».